кто-то говорит, каждый день надо проживать так, чтобы на утро не болела голова от бесценно потраченного времени. Завтра с утра буду пить супер кефир, чтобы взбодриться. Ура, ура, новый день и новые приключения ждут меня. Кефир – самый полезный напиток из всех молочных продуктов. Он укрепляет весь организм, и человек меньше болеет. Очень прекрасно. И, конечно же, новые враги. Супер-кефир. Как вкусно. Посмотрим. Ай-яй. Внимание, получите. Монетки соберем все. Кто здесь? Подкрепимся. Победим всех врагов. И только вперед. Осторожно. Нужно быть очень осторожными, потому что вижу значок врагов. На тебе. И вперед. Витамины. Ай-яй-яй-яй. Съела все. И вау, кефирчик. Получи. Посмотрим, что там. Нужно забраться наверх. Враги, враги, кругом враги. Как я от вас устала. Ох, конечно же, и вы здесь. Нате вам. Только супер корова может вас победить. И немного посмотрим, что там. Я нашла секрет. Вау! Еще разок. И я выиграла. Здорово, осел, ты живой? Корова, за то, что ты меня спасла, я сочиню тебе песню. Давай, я не против. Корова, 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 ты просто супер, супер, супер. Тебе нравится? Нормально. Что они с тобой тут делали, осел? Профессор Дуриарти хотел меня клонировать, представляешь? Но я так брыкался, что у него ничего не вышло. Я так брыкался. А как он выглядит, этот профессор Дуриарти? Такой маленький, гадкий старикашка с плохим запахом изо рта. Представляешь? Свин Боб и козёл Роджер продались! Помогают старому хрычу! Не может быть. Я их знаю 100 лет. Они не могли стать предателями. Я тоже так думал. Пока они не пришли и не стали меня... А было это так. Попрощайся со своим хлебом, ушастый. Профессор Дуриарти приглашает тебя в гости. Братцы, я ни в чем я не виноват. За что, братцы? Собирайся, осел, пойдешь с нами. Если не будешь брыкаться, то больно не будет. Так что можешь мне поверить? Свиный козел? Предатели? Ну что было потом? Привели меня к профессору. Он посмотрел и сказал, этот не подойдет. Не знаю, что он имел в виду. Потом они заперли меня здесь, а потом
пришла ты и спасла меня! Корова, ты просто супер! Ладно, ослик, побегу. Надо спасти остальных и обезвредить профессора. Неизвестно, что он задумал. Там за мостом в погребе сидит гусь Кевин. Это рядом. Освободи его сначала. Окей. Ты пока наведи тут порядок на освобожденных территориях. Ага. Все будет просто супер. Ослы очень сильные и выносливые животные. Некоторые из них могут переносить груз тяжелее себя. Подписывайся на наш канал.